Всем привет, меня зовут Андрей, с вами интернет-магазин Kato.ru. Покупайте лучше, про остальное забудьте. И в этом видео я хочу рассказать про лопату садовую фирмы Ideal Шпат. Вот такая вот лопата, замечательная. Пару слов о фирме. Фирма Ideal Шпат находится в Германии, город Херзеке. Основана в 1915 году. Это одно из старейших предприятий Германии. Специализируется она именно по лопатам, и тут такое название Ideal Шпат, идеальная лопата. Фирма знает толк в лопатах, и соответственно еще во времена вермахта она изготавливала лопаты для немецкой армии, в том числе черные копатели откапывают саперные лопатки, и на них стоит такой клеймо, такой человечек с лопатой. Это вот их логотип, который еще с тех времен он практически не поменялся. Итак, чем же хороша эта лопата? Во-первых, часто покупатели спрашивают, а что же это за форма такая лопаты? Почему лопата имеет такую форму? На самом деле это как раз классический штык. Да? Только штык бывает разный. Бывает штык остроконечный, да, и вот такой вот полукруглый. Зачем это сделано? Для того, чтобы когда вы перекапываете, например, почту, да, вот дно вот, котлована, да, если лопата остроконечная, она все будет в таких вот конусах. А здесь дно котлована будет ровное. Также эти лопаты используются в садоводстве для того, чтобы вот, когда вы делаете ямку, да, чтобы дерево посадить, чтобы дно было ровное. Это кованая лопата из одного куска стали. То есть фишка этой лопаты, то, что она делается из одного куска. То есть это специальная технология конической прокатки с помощью таких волков. Вот из такого кусочка стали, видео можно посмотреть на нашем сайте, лопата раскатывается, проковывается, оттягиваются вот эти вот лямочки, и получается такая вот замечательная лопата. Соответственно, сварных частей тут совсем немножко. Здесь вот идет сварка небольшая. И, естественно, лопата хороша тем, что она вот кована из одного куска стали, что, естественно, повышает ее прочность при работе и долговечность. То есть такие лопаты, соответственно, служат намного дольше, чем лопаты отечественного производства, тем более китайского производства, или вообще лопаты так называемые штампованные, которые выполняются из мягкой стали и которые очень просто сломать. Люди гонятся за дешевизной и в конце концов получают, остаются ни с чем. Поэтому лучше хорошо один раз заплатить за хорошую вещь, за хорошую лопату, и будете пользоваться ею всю жизнь. Забудете, через 10-15 лет вы забудете, сколько эта лопата вообще стоила. Вот. И с вами останется долговечность, качество, прочность. Лопата отполирована, что придает ей такой красивый эстетический вид. Здесь также имеются вот такие втулки специальные, которые защитят обувь от порезов подошвы. Две вот такие втулки, которые идут сюда, они расклепаны такими прочными металлическими заклепками, и вот это соединение, оно здесь очень прочно. Обычно лопаты здесь вот ломаются. Сама ручка из длинноволоконного ясеня имеет такую Т-образную форму. Ясен здесь действительно длинные волокна, практически нет косослоя, и рукоятка она немножко выгнута, то есть она такая эргономичная. На самой рукоятке имеется выжжено клеймо Ideal Шпат. На самой лопасти стоит логотип человечка, да, с лопатой, и
Подписано Ideal, гарантирует aus einem Stück. И размер. Дубчик стоит. Вот этот размер, он по терминологии Делашпатон номер 2. То есть размер лопаты. Что соответствует 258 мм на 185. Это второй размер. И гарантирован aus einem Stück, это гарантированно сделано из одного куска стали. Вот. Ну и соответственно лопата заклинена, что придает ей жесткость и в то же время эластичность. И как выявляет производитель, здесь идет самозатачивающая режущая кромка. Сделано на 100%, да, соответственно, в Германии об этом и речи быть не может. 10 лет гарантия на само лезвие. Ну, соответственно, вот это брендированное клеймо, это знак качества и защита от подделок. Ну, такие лопаты практически подделать невозможно в Китае. Не умеют делать такие лопаты из такого маленького кусочка стали. Так что покупайте такую-то замечательную лопату в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.